Всем привет! Это «Украина на вкус». Помните, мы тут борщ готовили? Одесский. Так вот, я вам хочу сказать, что любой борщ является всего лишь половиной традиционного украинского блюда без маленьких, воздушных, чесночных, зажаренных пампушек. Нет, ну честно, борщ без пампушек – это все равно, что Нью-Йорк без Статуи Свободы, Париж без Эйфелевой башни, Мальдивы без пальм. То есть, ну вроде бы да, но как-то совсем не оно. Для приготовления пампушек к борщу нам нужны молоко, мука, сахар, дрожжи, яйцо, чеснок, растительное масло и зелень. Для начала разводим дрожжи в теплом молоке. Можно добавить немножко сахару. Это позволит дрожжам пробудиться, поднять голову, вдохнуть полной грудью и сказать: «Потрудимся, джентльмены!» Пока дрожжи там приходят в чувство, просеиваем муку через сито. Это очень важный момент. Так мука насыщается дополнительно кислородом. Яйцо, растопленное сливочное масло и смесь молока и дрожжей, в ней дрожжи уже прямо говорят: давай, добавь нас в муку, давай, будь мужчина, давай! Теперь замешиваем гладкое, достаточно упругое тесто, накрываем полотенчиком или стретчевой пленкой и отправляем в теплое место. Тесто должно увеличиться в 2 раза. Время прошло, достаем тесто, обминаем его слегка, чтобы воздух изнутри вышел. Теперь берем плоскую чугунную сковородку. Вот такая, как у меня. В этом есть свой особый шик. Сделать пампушки именно в чугунной сковородке. Я не знаю, как это влияет на процесс приготовления, но получается очень-очень вкусно. Смазываем сковородку, ну или противень, растительным маслом. Формируем колбаску и разрезаем ее на маленькие круглые пампушечки. Вы заметили, что я не сказал вам разогревать духовку? Правильно, потому что сейчас наши пампушки нужно поставить снова в теплое место где-то на 15 минут, чтобы они начали подниматься. Это вполне может быть духовка, разогретая до 40-50 градусов. Время прошло, пампушечки поднялись слегка. Теперь открываем духовку, смазываем поверхность пампушек либо растительным маслом, либо взбитым желтком. Закрываем духовку, 190 градусов и ждем 30-40 минут. Этого должно хватить. Пока наши пампушки запекаются, давайте приготовим вот этот вот знаменитый чесночный соус к пампушкам. Тот самый соус, который лишает покоя офисных работников. Ну потому что в обед хочется борщеца с пампушками затоптать, но как потом вот этим чесночным факелом на сослуживцев дышать, а? Вопрос. Первое, что мы делаем для соуса, это мелко-мелко режем укроп. Я, честно говоря, ни разу не встречал чесночный соус к пампушкам с другой травой, поэтому укроп – это обязательно. Вот здесь развилка. Если вы хотите традиционный соус, просто смешайте мелко нарубленный чеснок с нарубленным укропом, с ароматным подсолнечным нерафинированным растительным маслом и добавьте туда немного воды, так чтобы оно было жиденькое. Вот это классика. Но однажды я все эти ингредиенты закинул в блендер и получил такое себе украинское песто. Ароматная, зеленая, чесночная смесь, которую вы можете добавить не только в пампушки, но и, например, в вареную картошку, или, например, в пасту, или просто намазать на черный кусок хлеба. Получится феноменально. Вот так и сделаем. Какая у нас тут роскошь с вами в духовке образовалась! Достаем и, важный момент, пока они горячие, поливаем их чесночным соусом. Потом образуется достаточно твердая корочка при остывании. А вот пока они горячие, они впитают в себя весь вкус соуса и станут в середине влажными и незабываемо вкусными. Ну вот, классика – пампушки к борщу. Кстати, во всем мире бытует заблуждение, что к борщу нужно подавать пампушки и сало. Окститесь, грешники! Либо пампушки, либо сало, но с черным украинским хлебом. Белая булка с салом – это ж грешно!
А так получается очень и очень вкусно. Напишите нам, получились ли у вас пампушки к борщу с чесночным соусом на наших страницах в YouTube и на Фейсбуке. Смачного!